Всем привет, дорогие друзья! Привет из Крыма! Сегодня последний раз мы наблюдаем с вами вот такую вот замечательную картину. Морешка сегодня вообще просто полный штиль, красота идеальная. Море спокойное. У нас здесь на самом деле был еще один день, но мы приняли решение. С 1 числа открылись отели. Они готовы принимать туристов из разных городов, не только крымчан. И мы решили переселиться на один день в отель Аквапарк. Хотим посмотреть, как там, что там. Ну и плюс оттуда завтра будет выезжать гораздо проще в аэропорт. Ну и, конечно же, покупаться в самом аквапарке, посмотреть, какие там горки, потому что в море мы уже накупались. Ну как накупались? Конечно, я бы здесь еще на месяц осталась бы легко. Но, к сожалению, отпуск заканчивается. Да, я скажу, смотрите. Если честно, я уже хочу уезжать. Ваня уже хочет домой. Ну, а мы давайте отправимся с вами в аквапарк. Аквапарк города Алушты, Миндальная роща. Друзья, актуальная информация. Аквапарк. Приехали, мы сейчас вам все покажу. Здесь как и что. Значит, вот здесь, видите, что, сколько, когда стоит. Это же до конца сезона такие цены, да, будут? То здесь есть завтрак и есть полупансион, я так понимаю, да, HB? То есть, вот таким вот образом это все выглядит. Друзья, заселяемся мы в аквапарк. Все очень быстро, все здорово. Нету, здесь только один, ну не один, два, по-моему, банка, один из них РНКБ. Значит, мы с вами сейчас на лифте поднимаемся на наш этаж и заселяемся в номер. Уже на третьем. Смотрите, какой здесь лифт. Я все время смотрю, знаете, обвешанный вещами, чтобы ничего не забыть. Смотри, вход в бассейн на 4-м этаже отеля. С 10 до 16. Вот здесь вот еще бассейн, видимо. Или, может быть, это совсем связано. Мы едем с вами на 3-й этаж. Значит, мы бронировали номер на букинге. Он обошелся нам 9450 на двоих вместе с Ваней. Так, 306, Вань. 306, по всей видимости, вниз. И вот здесь уже сюрприз. Почему? Потому что спуска нет. У нас чемодан. То есть, соответственно, мне его нужно нести. Ну, пойдем. Ну, мы сейчас, собственно говоря, с лотоса. Я тоже только с 4-го этажа несла. Вот это вот, конечно, не приспособлено немного. Да. Нам дали вот такие браслетики для аквапарка. Аквапарк здесь входит в стоимость проживания. Поэтому мы, собственно говоря, и поехали. 306 тысяч. Это дальше. Такой длинный коридор здесь. Мама, прохладненько. Напоминает Санкт-Петербург, такой длинный. Ты смотри номер ищи. Санкт-Петербург. Санкт-Петербург Ваня напоминает. 309, 308. Опа, тут еще один лифт. Еще один лифт. Вот. Это хорошо, что еще один лифт. Мама. О, смотрите, свет загорается, когда вы сюда подходите. Открывай наш номер сейчас с вами. Будем все рассматривать. Так, ух ты, совсем не хуже, чем у нас. Такой номер огромный здесь, это слушайте, какой? Это что-то с чем-то. Вот кто когда про гостиницы спрашивает, что у нас таких нет. У нас есть такие, просто все зависит от ценника. Итак, номер, давайте рассматривать. У Вани, он, смотрите, он наш даже удержаться не может. Значит, кровать. Огромная, не знаю, матрас мягкий, не мягкий, мягкий, белье белоснежное, браслеты, конечно, влагозащищенные. Есть вот такой вот диванчик. Кто скажет, почему вы раньше не заселились? До 1 июля туристов из других городов не заселяли, только крымчан, только с 1 июля. Вот у нас появилась возможность заселиться, мы заселились. Как только появилась, так мы заселились. Есть вот такой вот шкафчик, есть телевизор здесь, очень неплохой, мне кажется, Томпсон, да? Есть здесь, ух ты, смотрите, здесь даже есть бокалы, ваза, сейф есть.
И я так понимаю, что мини-холодильник. Вань, подожди, Вань, отойди. Да, мини-холодильник есть. Есть мини-холодильник. В общем, все как и везде. Ну, круто! Круто ты попал в аквапарк. Ваня даже не понял своего счастья. Ваня пошел сразу мыть руки, слышите? Коронавирус. Вот такой вот большой вместительный стол. Розетка есть, чайник стоит, стаканы стоят, графин стоит. И даже есть штопор. Даже есть штопор, есть водичка. Есть водичка. Слушай. Только нет одного. Что? Мусорки. Мусорка должна быть, ты просто ее не нашел. А, есть сушка для белья. Пойдемте на балкон. А на балкон я вам что хочу сказать, что здесь все номера выходят на море. Он так построен, отель, что все номера здесь выходят на море. Мы сейчас с вами находимся в профессорском уголке. Как помните, я сюда пришла, увидела и поняла, что я очень сюда хочу тоже заехать посмотреть. На балконе есть стол, два стула. Здесь дорога, не знаю, насколько она там оживленная, не оживленная. Море, через дорогу пляж. Все. И деревья, шикарные, шикарные деревья. Столик на колесах. Ваня, уже куда-то укладываешься, мы сейчас сразу идем в аквапарк. Есть здесь, соответственно, конечно же, здесь есть кондиционер. Вот такой вот большой, большой просторный номер. За 9450 вместе с аквапарком. Если доплатите за ужины, то будет вместе с ужином. Ужин стоит на данный момент 1000 рублей. На ребенка не знаю. Не спросила, но посмотрим. Есть одеяло, есть, кстати, вешалки. Смотрите, много вешалок. И вот таких вот, это два вместительных шкафа. Есть еще вот здесь вот при входе. И халаты есть. Надо же, батюшки ты, боже мой. Здесь есть халаты. Ура! Наконец-то я буду с халатами. Так, ну и ванная комната. Точнее, душевая. Слушайте, ну она шикарная, шикарная душевая. Здесь что у нас есть? Есть раковина, есть полотенчики. Это вот, наверное, пляжные, ну не пляжные, эти, которые для аквапарка. Соответственно, просто обычные полотенца. Есть тапочки, тапочки. Гель для душа, шампунь, кусочек мыла. Здесь, наверное, эти шапочки, скорее всего. Даже есть зубной набор. Вот если вы приехали, бритвенный набор, и у вас с собой ничего из этого нет, вот, пожалуйста, оно все есть. Ванька, покажи, как ты счастлив. Я правда представляю. Да, Ваня почувствовался где-то за границей, а у нас тоже так может быть. Что? Ты понимаешь, что это даже больше, по-моему, чем наша гостиница? Ну, это большая гостиница, это большой отель. Нет, у нас маленькая. Нет, у нас дома гостиная, у нас, по-моему, даже немножко меньше. Не знаю, Вань. Туалетная комната, смотрите, здесь и биде тоже, и унитаз, соответственно. Ну и здесь душ, причем душ лейка такая хорошая, типа тропический душ, или как он там правильно называется. Не знаю, в общем, я пока что в полном восторге. Полотенчики белоснежные, фен есть. И счастье есть. Сейчас мы, нам вещи разбирать не надо. У нас все с Ваней. Ну, как бы, я уже собрала все на завтра. Нам здесь по минимуму нужно. Мы уже непосредственно в купальниках с ним. Так что вот такой вот замечательный номер. Сейчас с вами идем исследовать территорию. Надо только разобраться с сейфом, оставить ценные вещи и документы в сейфе. Как выглядит отель снаружи. Отель Аквапарк. Вот здесь где-то у нас с Ваней номера. Вот там море, а мы идем в аквапарк, сказали нам чуть дальше пройти, и будет вход непосредственно в сам аквапарк уже. Сюда, Вань, пойдем здесь. Видите, здесь, как вот мы с вами по коридору шли, вот, соответственно, здесь столько же, видите, номеров, все с балкончиками, все выходят на море. Ну, конечно, такого вида, как у нас в Эллинге, на море здесь нет. Ну, здесь свои преимущества. Везде свои преимущества, свои плюсы, свои минусы. Ну что, на четвертом этаже, в общем, выход вот через улицу. Как-то прохода через отель нет.
И попадаем мы на территорию аквапарка. Пойдемте знакомиться, что здесь и как. Сегодня уже все открыто, здесь так жарко. Видели? Под ноги смотреть надо. Ага. Бассейн. Ура! Бассейн. Что-то зонтики закрыты. Бассейн работает. Пойдем пока с этого начнем, да? Покупаемся сперва в этом бассейне. Освежимся чуть-чуть. И пойдем дальше. На горке. В общем, здесь бассейн, видимо, с этой, с волной, я так подозреваю. А вот там вот уже непосредственно сами горки. Ну, сейчас мы немножко здесь, наверное, вещи оставим. Пойдем искупнемся. А, вот, да, волна по времени здесь, видите, подается. И водопадики. Пойдем, вон там шезлонг. Пойдемте посмотрим водичку. Что-то водичка. А тут можно в обуви? У меня специально обувь. У меня обувь специальная, а ты свою снимай. Здесь вот видите, 0,5 метров. Водичка очень хорошая. К стене ближе, чем 1,5 метра, не подплывать. Так интересно, почему. Здесь как раз для ванны. Знаете, я думаю, что так как бассейн недавно вот этот открылся, аквапарк вообще, что здесь еще нет той глубины достаточной, которая должна быть, потому что вот здесь написано 1,80 м, а я, как видите, здесь стою. То есть как бы пока что он не мелкий. Но для детей, конечно, счастье есть, что там говорить. Такой вид у нас сегодня на море из аквапарка. У аквапарка тоже свой пляж, вот здесь вот под тентами. И вот такая вот сегодня у нас красота. А мы идем с Ваньком исследовать горки. Вперед! Да! Мне нравится, да, здесь. Ну, держи ключ, сейчас, отдашь его. Не оставляйте, пожалуйста, ценные вещи администрации. То есть, как бы, камера хранения есть, а носите ценные вещи с собой, называется. Немножко непонятно. Да нет, почти все свободны. Ну что, давно я не снимала камеры. В общем, смысл здесь какой? Как и во всех аквапарках, в общем, вы должны пополнить браслет свой, положить на него денежки, чтобы здесь что-либо на территории купить. Но засада опять в том, что нужны наличные. А наличные я оставила в номере у нас в сейфе. Взяла с собой карту, потому что я не люблю здесь везде мокро носить с собой наличные деньги. Ну и вообще с собой брать, как бы. В аквапарк не хотела сдавать сумку. Пришлось сдать в камеру хранения. Но это уже, разумеется, все бесплатно. Вместе с телефоном. Потому что телефон тоже тут не оставишь. Поэтому сейчас с вами так посмотрим. Бери. Бери и неси любую. Ой, что-то мне как-то уже страшно. Ну уж раз подвязались. Раз подвязались, надо идти. Все в браслетах. Ничего, у тебя не шорты, а специальные плавки для купания. Здесь вот такой вот маленький, видимо. Что-то какой-то прям совсем маленький бассейн. Не знаю, здесь тоже на ватрушке или нет. Вот эти вроде мы зеленые посмотрели с синими на ватрушке. Сейчас с вами сверху посмотрим. О, какой здесь вид на море открывается. Слушай, а тапки, наверное, надо было внизу оставить или как? Потом как? Тапки-то? Сюда забирайся.
Так. Как правильно ему сесть? Отойди в сторону. Вот так вот. Вот. Садись. Ноги вверх. Ну правильно, правильно. Сюда попой садись. Ноги вверх. Так. Вот за эту держись. Все, поехал. Ой, а ничего, что она переворачивается, да? Да. Все, я тоже сам. Она надо оттуда взять, а тут надо взять. Сейчас с вами съедем. Первый спуск был неудачный. Потеряла ватрушку. Потеряла тапки. Поехала в тапках. Тапки открылись. Ватрушку в разные стороны мотыляет. Сейчас попробуем с Ваней. Пойдем второй заход сделать. Я хочу сделать на синий. Ване понравилось. Я хочу на синий. Ваня довольный спустился. Можно? Можно, Вань. Ну, здесь сегодня наплыва нет людей. Потому что 1 июля только открытие сегодня. Это раз. Плюс... Дождичек пошел, с утра ничего не предвещало, что пойдет дождь. Сейчас пошел дождь. Пойдем, попытка номер 2. Жизнь вверх за витком, виток по спирали ползет. Как воздуха глоток, что дышать и жить дает. Так, вот схема аквапарка. Кто, что, где здесь? У меня аж прям трясется все. Вот здесь вот мы с вами расположились. Это морская волна. Здесь еда. Значит, вот две горки, с которых мы сейчас спускались. Есть еще вот такая вот с маленьким бассейном. Чуть дальше какой-то еще один большой бассейн, еще бассейн и вот такие горки. Пойдем смотреть. А. Вань, ну спустимся, не переживай. Пойдем посмотрим, что есть еще. Я так себе лично ободрала руку. Что? Руку ободрала, когда меня выкинула с горки. А, здесь, во, ленивая река. Надо тоже эти взять. Давай-ка по ленивой реке сейчас проедемся. Где взять эти штуки? Давай. Давай, а где? Надо опять за ними туда идти или здесь это есть? Ну, вот сейчас разберемся, где. Здесь вот, видите, на бубликах можно. По ленивой реке мы так в этом были. В аквапарке Парк оф Легенд. Только в отличие от Парка оф Легенд здесь тепло. Вот еще, Вань, горки-то. Так. Давай смотреть. Ну, это что-то какие-то, наверное, пострашнее горки-то. Какие-то уж больно крученые. Так, и вот такие вот есть труба. Горочка в трубе ехать. Вот такие, да, прямые. Они, мне кажется, несутся прям вообще вот здесь. Будешь нестись. И вот такие вот с этими... Ну, значит, ты здесь не поедешь, а я вот здесь хочу прокатиться. Ну, сейчас, да, я здесь один раз прокачусь, ты меня подождешь и пойдем на те горки. Можно я один раз прокачусь? Можно? Oh, oh, oh.
за днем. В общем, зеленая сейчас спустилась. Это трэш, ребят. Она так в конце ускоряется. Там 10 секунд всего лишь спуск. В общем, даже я не успела ни нос зажать, ничего. Только вот в воду плюхнулся и все. И как-то мне страшновато. Не, ну как, оно, конечно, моментально все, но перевернулось. Там написано, что переворачиваться нельзя, а тут и перевернулся в разные стороны как-то, пока едешь. Это одно само, да? Ну, под силом воды, под силой веса переворачиваешься. Но в любом случае, конечно, интересно. Вот такие волны, которые недавно на море были. Ну что, накупались с Ваньком и идем сейчас на поиски пропитания. Ну, где-то здесь, я помню, вот какое-то такое кафе было. Сейчас пойдем туда, потом пойдем на пляже и искупаемся, погода, потому что сегодня отличная. Но уже, знаете, у меня такое щемящее чувство. Мне хочется обратно в Утес. Все-таки... Здесь вот вид красивый, и красивые здесь вот и сосны, и все. Но мы уже, вот как-то я так настолько привыкла, что ты выходишь уже на свой балкон, и знаете, как на лайнере, ты прям вот видишь море, бескрайнее море перед собой. Здесь ты видишь сосны и кусочек моря. Сели мы в том месте, где были бургеры с Ваньком. Нашли тоже здесь точно такой же островок, который уходит, вот видите, в море. Здесь же люди купаются. И здесь же, кстати, морской, это тоже корпус аквапарка. Так, ну что, вот такие вот напитки здесь. На, посмотри, Ваня, пока. Коктейли молочные есть, 0,5. Кола Фанта, пиво крымское. Пиво бутылочное. Ваня меня сюда притащил из-за своих наггетсов, бургеров. Потом бургер передумал, захотел наггетсы. В общем, вот такую вот порцию здесь наггетсов, но очень долго принимают заказ. То есть подошел где-то минут через 15, наверное, после того, как мы сюда пришли. Вот который раз уже убеждаюсь, что впечатление вот от этих кафе разных зависит от официантов. Бани быстро очень принесли вот эту порцию с наггетсами, но сок при этом несли 15 минут, а он привык запивать не может без запивки. Сок, причем не свежевыжатый, просто обычный сок из пакета, но как бы с чем связано, непонятно. Вот, ну а в любом случае вид отсюда очень красивый, да, Ванюк? Ну наггетсы-то хоть вкусные. Наггетсы видно, что сами они здесь жарят, готовят. Думаю, что должны быть вкусные. В прошлый раз я прям мечтала. Вы знаете, как мне понравилась в прошлый раз шаверма? Здесь не шаверма, а шаурма. У меня Ваня, кстати, спрашивает, чем отличается. Ну, какое-то, наверное, отличие есть у шавермы, у шаурмы. Ну, во всяком случае, по вкусу сейчас попробуем. Знаете, вроде бы ничего особого сегодня еще не сделали, а есть уже хочется. Мне кажется, что в шаурму еще добавляют эту морковку по-корейски, а в шаверме ее не было. Не знаю, в чем отличие, или просто разные названия. Неохота сейчас в Google заходить. В общем, наконец-то нам все принесли, можно спокойненько покушать. И вот он, наш пляжик. Он такой вот, смотрю, закрытый вроде бы. Сейчас посмотрим, или как, или каждый может, наверное, сюда пройти. Мама, написано, вот, что это, да, что это наш пляж. Ну, пойдемте сейчас с вами посмотрим. Вот соседний, он такой не расчищенный, а здесь расчищенный у нас пляжик. А что, зачем нам спрашивать разрешение, если мы живем в этом отеле, Ваня? Вот уже здесь стоят зонтики, в смысле эти... Навес здесь общий, и стоят шезлонги уже на месте. Пожалуйста, заходите, выбирайте.
Вот это мне нравится. Сейчас мы пойдем поплескаемся. Смотреть водичку. Ну, снимай, а кто тебе не дает-то? Дно здесь, я смотрю, помельче. Помельче камушки. Здесь где-то камни крупные, где-то мелкие. Но здесь, может быть, чистят его как-то, наверное, скорее всего. Но медузы. Медузы. Сегодня здесь медузы. Много медуз у берега. Тут медузы. Медузы, ага. Есть медузы. Ну, они как бы тоже не везде. Какой? Розовенький. Здесь много таких. Здесь такие нет, даже есть. Типа с трещиной. А, с трещиной. Вот, но здесь можно даже вот и без тапочек заходить. Потому что здесь сразу же песок забивается. Здесь, знаете, как в Гурзуфе. В Гурзуфе тоже можно без тапочек. Вот такая вот синяя гладь здесь. Благодать. Слушайте, накупались на море. Я сейчас сижу, упала в кресло, наконец-таки надела белоснежный халат. Я говорю, как мало человеку для счастья надо. Но нам же на месте не сидится. При заселении, когда мы заселялись, нам говорят, вы знаете, типа, мол, вы можете попасть в баню по предварительной записи раз в неделю. Я говорю, а ничего, что у нас здесь один день? Говорю, мы сегодня можем попасть в баню? Она, ой, сейчас посмотрю. Ну, так как я так понимаю, что здесь гостей сейчас еще не очень много в отеле. А, говорит, да, сегодня свободно. В общем, собрались сейчас с Ваней, пойдем в баню. В Крыму пойдем в баню. В баню мы еще не были. Хотим полюбопытствовать, что же здесь такое за баня, которую нужно записываться раз в неделю. Здесь я даже думала, может быть, есть чай, а нет. Чайнички есть. Чай нужно нести с собой, либо, может быть, здесь надо как-то заказывать. Но я про что? Это вот у них раздевалка, и мы как бы здесь вот сейчас вдвоем, помимо нас, здесь никого нет и не будет. На час это все дело предоставляется. Значит, вот такая вот комнатка здесь есть с телевизором, где можно вот попить водички, чайку. И, собственно говоря, здесь две сауны. Ну, то же самое, что в Турции, тоже бесплатно. Только сколько хотите, столько и ходите. Вот такая вот одна. Оу, там как тепло. Сауна. Душ есть. И одна вот такая вот влажная сауна. Прям сейчас у меня сразу же все запотеет. Я сейчас посижу, прогреюсь. Ваня говорит, что он что-то как-то не особо хочет. Я и в одной, и во второй. Я люблю сауну. Раз уж мы сюда пришли. Единственное, что, знаете, что не хватает бассейна. Да? Как-то вот я бы все-таки бы сделала здесь какой-то небольшой бассейн после сауны. Ну, здесь нет такого. Ну нет, ты где? Что тебе показывают? Здесь вот, в общем, раз в неделю, в чем отличие нашего отдыха. А в Турции всегда есть при отелях хамам. Вы туда спускаетесь и можете бесплатно пользоваться, ну, чисто саунами. Ладно, пойду попарюсь. Ну что, дорогие друзья, вечер. 7:00 вечера. Сейчас пойдем с Ваней, как всегда, на ужин. Ну, попробуем сейчас здесь в отеле поужинать. Посмотрим, чем здесь кормят. Шведский стол здесь или нет. Потому что я спросила, что-то как-то ответили не членораздельно. Ну, пойдем сейчас с вами все это посмотрим. Ну, вид здесь, конечно, замечательный. Вот насос. Ну, и чуть-чуть море проглядывает. Но мне не хватает вида из нашего утеса, из нашего лотоса. Все-таки вид там был на миллион. Вот знаете, сколько там какие-то минусы мелкие есть. Вот этот вид, он перекрывает все на свете. Так, ну ладно, пойдемте. Пойдемте, пойдемте, пойдемте. Последний раз сегодня поужинаем с вами в Крыму. А Ваня, представляете, на Лунтика подсел. Лунтика не смотрел уже 100 лет, а тут на Лунтика подсел. Вперед!